Несколько соток бесхозной земли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде стали предметом для бурных споров между коренными жителями и новой домовладелицей, которая несколько лет назад приобрела здесь старенькое строение. По словам соседей, она пытается снести детскую площадку, обустроенную ими возле ее забора. Вот здесь качельки у нас были замечательные, на цепях папочка вот сделал из этого дома. Вот, потом здесь у нас были карусельки, здесь вот у нас, вот где эти две клумбы, были качели хорошие. Вот, там и канат был, и качельки большие. Въезжает сюда семья, вот 3 года тому назад. И у нас началась катавасия. Они ни с того, ни с сего, все вот это, что здесь у нас было, выбрасывают вот туда. Привозят людей откуда-то с дороги, работяг. Они все выбрасывают, они вот здесь вот все загораживают. Мы выходим, ничего себе, детки чуть ли не плачут. История со сносом качелей и лавочек повторялась не раз, доходила до вызовов полиции, Адмтехнадзора. В пятницу инициативная группа жителей с улицы Фаворского пришла с этой проблемой на прием к главе района. К концу рабочего дня Михаил Токарев приехал к месту раздора. Посмотрел, еще раз поговорил с жителями, обсудил вопрос со специалистами. Ну, то есть, как можно сделать и больше, да, вот до границы этого участка. Забор. Там, мы сделали по минимуму. Да. Надо помнить границу участка, который мы с вами хотим поставить на кадастр. Угу. Вот можете пальцем показать? Можем, да. Могу. Вот покажите. Значит, вот примерно... эта лавочка, так, она относится к песочнице же, да? Да. 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 Глава района сделал необходимые поручения, жителей обнадежил. Это будет земля общего пользования. Было принято решение о формировании схемы, утверждении схемы, на которой будет потом размещена детская площадка. То есть мы подготовим схему, согласуем с лицом, который, контактным от жителей, и потом будем утверждать эту схему. Жители улицы Фаворского заверили, все юридические вопросы урегулируют в ближайшие пару месяцев. Ирина Максимова, Евгений Шевченко, программа «События».